Всем привет и добро пожаловать на канал MotorPor. Очень давно на моем канале не было новых видео, наверное, настолько же долго, как и новых трофеев на моем игровом аккаунте. Тем не менее, я не мог оставить без внимания раздачу квольсдорфского оленя на Медном озере в пониженную температуру воды. Вчера после завершения стрима решил еще немного половить карасей на точке 57-50 возле мостика с клипсой 7 метров, используя сборку на поп-ап оснастке с искусственной кукой кокосовый крем. Но в этот раз игра решила меня порадовать, причем дважды. Думаю, ни для кого не секрет, что новый немецкий линь довольно редкая и ценная рыба, несмотря на то, что она не имеет отметки редкости от разработчиков, но его высокая стоимость говорит сама за себя. И вот, поймав два трофея этой рыбы за час, у меня появилось желание не только создать видео об этой раздаче, а и записывать полноценные видеоролики о будущих трофеях на моем аккаунте. Поэтому, если вам нравится такой формат, обязательно поддерживайте это видео лайком. На точке с линем, или даже правильнее будет сказать, на точке с карасем, за час можно даже немного фармить серебро. Особенно учитывая прилов карпа суперфрикса или даже карасикарпа, если использовать сборку с кукой сливки. Ребята из нашего сервера в Дискорде уже успели закрыть этого оленя и на сборке с кокосовыми поп-ап бойлами. При пониженной температуре на данный момент работает довольно-таки мало точек, и фарма на Медном озере тоже сейчас не сыскать такого, каким он был в нормальную температуру воды. Поэтому фарм 500 монет в час с карасями, линями и суперфриксами не выглядит таким уж и плохим. А учитывая возможность поимки трофея квольсдорфского оленя, заработок за час может вырасти до 1000 и больше, как это получилось в моем случае. Дальность и угол заброса при использовании ротпода и без него, как мне показалось, не влияет на клев, а вот рыбалка с самого мостика лично мне не принесла никаких результатов. Поэтому экспериментируйте и делитесь своими результатами в комментариях под видео. А также обязательно подписывайтесь на канал и заходите на наш сервер в Дискорде по ссылке в описании. На этом у меня все. Всем мира и добра. Всем пока.